Звучит уже более современная песня. Она была популярна в середине 90-х, да, где-то до конца 90-х. Эмиль Крупник мне рассказывал, как раз в то время жил там. Говорит, что крутили ее повсюду, на каждом углу, аж противно было. Хотя песня очень хорошая. В ней поется о том, захочешь поговорить со мной, я завтра же вернусь. Дай душевный покой в уголке твоего сердца. Посмотри, как прекрасны городские огни. Я хочу тебя, стань моей невестой. И пусть нам играет 1000 скрипок. Красавица моя, я Фашели. Тоже из репертуара того же певца, который прославил предыдущую. Вот. И называется она «Мишема Амин». В ней поется о том, что где бы мы ни были, что бы мы ни делали, у нас есть плохие и хорошие дни, но нас бережет Бог и защищает нас в Царстве Вселенной. И тот, кто верит, «Мишема Амин», это значит тот, кто верит, тот, кто верит, тот не имеет страха. Прошу. Верай, правляй, я, но не побежу.
мол, воля зма. Если ты куда не готовы отказаться, на тебе спит, я вам помог. У меня чували он шело, еще лови, это кадор. У маула мазе на белле на окон, беапела, лекерно. Эта натива на корасли вихо, высые дуа, а имя матана, а конца бурва, а шо не дуна. Лише Вавилон паде, эта эмона леаде, меа виши теле хаода, веруша веруша на никуда. Лише Вавилон паде, спасибо всем, дорогие друзья.